А тем часом Витебск рыхтуется до Дня города. По час святкования в областном центре открыется помник нашему земляку Федору Махнову, самому высокому человеку на земле. У сквера Маяковского побач с ратушей усталевали бронзовую скульптуру под назвой «Витебский великан», якую отлили у Минску и доставили в областный центр. Поводле разных звездок, рост селянина с под Витебска складал от 239 до 285 сантиметров. Вышиня помника 320 сантиметров. Велич гиганту додає головный убор у выгляде цилиндра. Побач со скульптурой для масштаба усталеваны венский стул и информационная дошка. Автор помника – витебский майстер Иван Казан.